Рваный пирог из лаваша с капустой и курицей. Просто объедение. Рекомендую попробовать. Для начинки нам понадобится 1 лук, измельчаем, как вам больше нравится. Также шинкуем 200 грамм капусты. В сковородку добавляем растительное масло. Обжариваем лук пару минут до мягкости. Затем добавляем капусту. Тушим овощи до полуготовности. Полностью до мягкости их доводить не нужно. Я добавляю капусте немного воды, так тушить намного легче. В процессе солим, добавляем специи по вкусу. Измельчаем 200 грамм вареного филе. Добавляем курицу к капусте. Перемешаем и немного потушим все вместе, буквально 2-3 минутки. Далее нам понадобится лаваш. Таких листов мне понадобилось 2. Делим лаваш на мелкие части. Рвем руками или нарезаем ножницами. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Форма у меня 22 см. Делаем из рваного лаваша основу. Лаваша не жалейте, иначе будет много начинки и мало теста. Выкладываем на основу пирога начинку. Сверху посыпаем 30 граммами сыра. И готовим заливку. 200 мл кефира, 1 яйцо, соль, специи по вкусу. Перемешиваем. Выливаем на начинку половину заливки. Стараемся все равномерно распределить. А сверху закрываем все оставшуюся частью лаваша. Лаваш сверху также не жалейте, он запечется и будет тонким слоем. В оставшуюся заливку добавляем 70 грамм натертого сыра. Перемешиваем и выливаем все сверху на пирог. Также стараемся равномерно все распределить. Ставим пирог запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Такой чудный пирог готов! Это очень вкусно! Отличный вариант начинки! Получилось сочно, сытно и не калорийно! Отличный вариант для диеты! Экспериментируйте, и я думаю, вам понравится! Понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!